Президент Польши Анджей Дуда не приедет на открытие ЧМ-2018. Сборная Польши не участвует в матче открытия. Всем должно быть понятно, что если я приеду на какой-либо матч, то это будет игра сборной Польши. Надеюсь, это будет финал, скрещу пальцы, цитирует Дуду РМФ-24. Ранее Польша выразила солидарность с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Варшава может вслед за Лондоном выслать российских дипломатов. Чемпионат мира 2018 стартует 14 июня, финал состоится 15 июля, сборная Польши попала в группу Н, где сыграет с Сенегалом 19 июня, Колумбией 24 июня и Японией 28 июня. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.